Друзья, вот мы добрались до Степана. Степан здесь, жарит мясо. Привет, народ! Всем подписчикам привет! Ой, Верта у нас реагирует, я трогаю ее хвостик, она прям реагирует. Ребят, позже будем знакомить собак, не скажу с кем. Локи, умраз, ты что, говорит, девушка? Я к тебе с любовью. Да. Дай номерочек. А вот и Ашот дает интервью каналу Diamond Sochi. So, what's up? What's up? Nah, I didn't. Yeah, whatever. So, brother, where your phone's at? Вот так на выставке он с нами. Ага, и все. Все. Выставка наша. А я приноровился, как его спрашивать. Бертуха, ты валяешься? Водички? Девочка. Лапы черные, надо тебя будет сейчас подсполоснуть. Подсполоснуть и пойдем уже выходить, да? Сейчас на солнышке согреется быстро. Нет, это не холод, это возбуждение. А-а-а. Его, допустим, бывает, когда куда-то не пускаешь, куда он желает, там, ага. Едет тепла, а его Яра аж труханит. А, да? Яра, там мусор. Яра. Куда, Берт, куда ты пошла, Яра, по камушкам? Яра, хоть. Видишь? Кого я беру? Аша, а ты видел, как он прыгает? Смотри, Аша, смотри. На-на-на, взять. На-на-на. На, все, прыгай. О, что, видел? Вот да. Так сделаем. Нет, Локи. Тихо. Блин, вот так поставлю, не знаю, чтоб видно было. Хочешь, я ее подержу, я эту камеру. Пойду. На. Чтоб сбоку видно было, как он. Локи, нельзя. О, Локи, ко мне иди. Сейчас, смотри. Локи, ко мне. На. О, где-то что-то. Вот здесь я спокоен, он не утонет. Если ага. Что, дотянет. Ну да. На, Локи. На, а где мяч-то? На. Был мяч лежит там. 5 секунд, эй, потерпи, попробуй. Отставить Берта. Смотри, Локи, на, вот. Все, сейчас беру на поводок, братан, чтоб ты не мяч. А где поводок? Красиво, да, парни? Вообще, да. Вот еще бы так плавать. Сделай замедленно. Ну давай еще раз кинем, ну пускай еще раз. Подерпишь на чуть-чуть. Да. Я столько пронес, что я уже выдержу. Только... Вот стой сейчас. Давай. Ай, хорошо. Давай, прыгай. Да. Ай, хорошо. На Берту, на мяч. Вот он, Локи, я еще не кинул. Красиво. Да. Елена, спасибо за мячик, чудесный. Ярко. Нет, Локи. Все, да, я застегну, чтоб он... Все, спускай. Хватит. Ну, пошли, теперь мы воду. Да. Ярко. Все, давай, какой-нибудь. Гляньте, какие стоечки. Ай, девочка. И вот у нас так Берта плавает, вот Киарка. Бля, широкий. Да, вот Берта у нас тренируется. Вот Локи смотрит, учится у Берты, как плавать. На двух лапах. Да. Стой. И вот Киарочка смотрит, тоже учится. В стоечке. Вам надо, Ашу, ездить с Киарой и Бертой на выставку. Берете тазик, Берта в нем плавает, Киара смотрит, и стойка готова. Красивую стойку ставит. Да. Приходишь на риг, на выставку, подождите, я еще не готов. Залетает Женя с ванночкой или бассейнчиком. Прикинь. А скажи, а вы как хотели? По-другому стойку не поставим, да, все. Оригинально? Такого нет ни у кого. Жень, если хочешь, там чуть дальше поглубже есть. Да, вполне нормально. Нормально? Да, я хоть не такой суровый. Киара там лазит. Вот Рокки сейчас бы палку кинь, сейчас мой, я тебе говорю, убил, если что хочешь. Да? Любит?
очень сильно. Все. Просто можно все, было, все, знаешь, если честно, привезти один день Рокки. Привози. Может быть, они все-таки не подружатся. Скетти, ну с Леди тоже легче с Локи, чем с Леди. Нет, Локи не тебе. А он кидается на кобелей? Он не прямо агрессия, но вот подпусти, он будет вот сейчас как Берта себя ведет. Ну он, короче, будет драться. Серьезно? Да. Мой не будет драться. А? Мой не будет драться. Не так будет. Либо он попытается лезть на него, как на Багиру, либо будет драться. Одно из двух по-любому. Ночной лезть, твой не стерпит. Мой терпит именно что. Да? Да. Доминанцию уступает всегда. Ей уступает доминанцию. Не знаю. Он просто настолько в себе уверен, что как бы, ну ладно. Можно намордники одеть и так вот еще на, чисто подстраховаться. Он плавает у меня просто. Локи, Локи, он жалуется. Типа, отпусти, номер отпусти. Дай там все вечером, давай там ресторан. Она нет-нет говорит, видишь? Ты еще на меня смотрит жалость, типа, что ты не отпускаешь Кера, ее? Кера, отпусти ее. Иди сюда. Он такой, да. Кера, Кера, там мусор, девочка. Кера, иди сюда, ко мне. Кера, это что такое? Мордася. Иди сюда. Мордася. Сырая, хоть накупанная. Да. Слушай, кайфово, да, тут? Конечно. А в лесу какой-то. Да. Тишина. Локи, чуточку поближе. Вот это дубль снимешь, как она зубами на Локи. Хайп видео. Еще на заставку поставили. Да, как. Да, да, все. Итак, обрежешь снизу, чтоб поводка не было видно, да, будто да. Локи без поводка. И, оскал, да. И пишешь за 2 секунды до атаки. Понял? Что ты, Локи? Локи что ли? Да, все, все, все. Локи, пикапы, пикапы из пан. Да, да. Мячик. Ну, мячик. Она боится, не подходит. Тут такая конфликтная ситуация, говорит. Да, лучше я постою, да, посмотрю. Да, лучше я в сторонке. Ну, щенок, а что ты хотел? Да, это щенок. А Локи уже ноет. Когда она с Рокки, там я бы не сказал, что щенок. Демона включает, да? Да, вот лучше бы Кетти взяли, честно говоря. Кетти? Ну а с Бертой? Она тоже не подрала. Она хуже Локи. Этот хоть там прессовать, он не подерется. Она сейчас может ему вцепиться, Локи не ответит девочке. А Кетти, она еще не знает, что такое подраться. Но вот чувствует, что-то бурлит, ну, у нее, да, внутри. Плюс вот ей и больно. Да. И да, да. Она сама плюс задирать начнет. Вот в чем прикол. Ага. Да. А, он весь возбужден. Вот, помнишь, Ашо, когда с Киарой Локи знакомили, Кетти была открыта? Да. Вот, клянусь, она могла бы довести до того, что Локи начал Киару кусать. То есть она его заводит, это, зажигает. А когда, я заметил, когда собака, даже, сука, включает режим дичи, ну, угу. Страх. Да. Все. Ну, не, с вашей речкой не сравнится, видишь? Да. Ну, вот так. Побегать собакам, попрыгать, поохладиться тоже нормально. Вон там чуть дальше, глубже. Можем туда, кстати, протянуть. Или уже здесь. Оставь, оставь. Он хочет уже съесть его. Да пусть грызет, чё. Она вот разгрызет, порвёт сразу. Серьезно, мне жалко. Ты чё, он как лобки туда не прыгает, ладно. Ей-то это на 5 секунд, всё. Да пусть грызет, девочка. Может вечер, это, грязный, может мячик погрызет и к Локи нормально. Локи уже труханит его. Так он с одной стороны девушка, с другой стороны девочка. Меня тоже так слышишь? С двух сторон девушка. Слышишь, скулёж? Да. Хочет к Берте, думает, к Берте не вариант, ладно. Пойду молодую особу доставлю. Она пускает хотя бы, да? Да. Не отгрызается она. Нет, ну чуть-чуть, когда прям, да. Там да. Сильно лезет. Не, у нее психика хорошая.
Хорошая, она спокойная, когда... Хотя, говоришь, дома демона, да, включает? Ну, как бы, она, не, знаешь, как бы, постоянно прыгает на руки, постоянно на шее трепет его, доминирует, пытается показать свою доминацию. А это знаешь почему? Вот Рокки ее разочек нету, на место не поставил, вот это. У меня пока Кетти, у меня Кетти щенком тоже. При мне терпели, вышел на 5 минут еды принести. Прихожу, у Кетти морда как у бультерьера. Хорошо, глаз не попал. Чего вы там между собой? Как голуби. Воркуют голубки. А ну, окей. Да пусть грызет. Мы тут камни кидаем, палки, нам есть что кидать. Да. Что у нее все, азарт, все, ей надо. Вот, зато Елена Гилева посмотрит, о, с моим подарком и Берта поиграла. Ну, да, да. Сколько собак осчастливила. Да, это точно. И Киара. И Киара, да. Сейчас, дай бог, она выдержит тест-драйв, о, все. Да, да. Слушайте, этот мячик, ребят, прилетел с Италии. С Италии. Вот мне побывал, его, побывал во рту у Амстав Берты, город какой? Сыктывкар. Республика. Побывал во рту у Локи, город Сочи. И у Киары это Адлер. Да, я говорил, ты 5 секунд. А Локи что, уже ругает? Эх, говорит, мяч мой. Итальяно. Не, а он знаешь, что говорит? Все, цветы сожрала, давай теперь свиданка. Все, говорит. Теперь в номера, в общем, едем. Да, да, да. Локи, не спеши, тут не все просто. Девочка 3000 проехала. Легких путей нет, малыш, ты-то со мной это знаешь уже. Локи только остается ждать. Да. Ждать. Да, да. Ну, скоро у него будет много невест. Ну очень да. Много. Иди сюда. Куда ты? Не знаю, возможно ли его в этом плане утомить, но будет... Он ведь он даже не лает, он как-то вот... Как-то, ну, он бурчит по-стариковски. Да. Ой, да. Локи. Локи. Ну давай покажи, что ты сейчас показывал, Локи. Покажи. Ай. Ай, хорошо. Ай, молодец. Вот, молодец. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Ай, молодец. Вот ты красавчик. Не душил его. Все, давай. Бурчим. Атя. Ой, ты красавчик. Где Берта? Где Берта? Вон она, Берта. Вон она. А Берта тем временем... Бля, все. Видишь, труханит его? Он, о, блин, да. Меня. Вот так. Хорошо. Давай, козубки твои. Вот Ярочка отдыхает тем временем. Женя, сушится. Пропускаешь. Ну и успел. Чуть-чуть, да? Да, успел. Локи, да, девочка не хочет с тобой общаться. Девочка мечом, как смотри, увлечена. Ну, у нее любимая игрушка. Порвать, что-нибудь уничтожить. Берта разрушитель. Ой, какой сладкий мальчик. Ой, папку облизать, да. Какая голова у нее широкая, слушай. Вообще... Ну у него, блин, классные прям пропорции, какие надо, какие должны быть. Да. Вот так вот. Ты все, он весь вибрирует. Да. Берта, а ты вся чумазейка. Мы сейчас с тобой идем купаться и будем уже, наверное, в коляску заряжаться. Да, надо его, ее сполоснуть. Угу, потому что она вся. От песка, от грязи. Да? И, наверное, пойдем обратно уже, да, потихонечку? Да, тихо пойдем. Там у нас еще собачки. Да? Ты на кого рычишь-то? Локи пропал с поля зрения, ага. Сзади, все, ей нервозно. Да. Все, нету мячика. Нету мяча. А такой был хороший мяч. Друзья, уже идем споласкиваться. И тихо-тихо домой. Да, слышишь, там мама шпульки походу тяпкает. А, да? А.
Вот так, прикинь, с тремя стаффордами гуляешь, и собака вот сюда подходит. А они у тебя просто... Ты одного пока поймаешь, они туда. Поэтому я только услышал сразу, оп, на поводке. Даже спокойно не погуляешь. Вон так, у нас там идет. Дядя Шот тоже собирается. Гляньте, как ярко сидит, блин. Видно ее? Женя, пока одевает. Блин, Ашу, глянь, как она красиво сидит. Какой иногда взгляд она делает, такой умный. Блин, вообще не видно на GoPro-шке, понял? Далеко она. Главное, чтоб жопу не подвинула. Ну, имею в виду, как сидит. Аккуратно сидит, но ничего страшного. Шею вытянула ничего. Хорошо. Да, не, стоечка, стоечка. Надеюсь, видно будет. А, вот, как и знал, подойдешь, позу сменит. А вон, вон, вон она. Он, вернее, шмакотявки нету. Также иду, пришел с тремя, Жень, сюда, на речку. Все, их пристегнул, мы накупались и идем обратно. След дискети. А с той стороны, не проходя мост, идет девушка, по-моему, с тремя собаками. Ага. Там немец был, дворняжка крупная, потом мелкая одна собачка, и все, вот втроем. Ага. И никто не на поводках. Все просто... Даже поводков нету, просто идут и идут. Я говорю, хорошо, вот так не встретились. Ну да. Ну, имею в виду, пока мои здесь на речи, они бы подошли, все, я бы их уже... А ты бы не успеешь, ты да, не успеешь. Да, ну одну бы поймал. Максимум. Да, и все. Все, все. Собаку, и все. Все? Все, тихо-тихо, пойдем? Да? Пойдем. Да. Так что, Ашу, жду тебя, братас. Вообще, приезжай, и с Роки, и с Киаркой у нас, и Кетти, Локи. Будет, ну, интересно, будем снимать. Я тебя в лес поведу наверх. Там вообще красота. На самом деле, вот Рокки и Киара, вот ты увидишь, какая она разная. Вот если я даже просто привезу ее, допустим, ага. Да, ты поймешь, вот какая она, ну, просто сейчас противоположная сторона ее. Да, да, сейчас ангелочек, да. Приедет демоненок. С Рокки рядом, да? Она, брат, вообще не останавливается, ну, просто. Ну, там совсем другая собака, вообще совсем другая. Пойдем, ага. Друзья, да, домой? Да. Телефон, ребят. Давай. О, берешь? Киара, пойдем. А что, ты ничего не забыл, не просил? Мячик взяли, Жень? Или все ему, да? Какой там, ну, я пусть... тебе сказал. Пусть лежит. Кусочек, кусочек Италии. Да. Слушай, ну, удобная вещь. Я когда возьму GoPro-шку, обязательно крепление на голову, прикинь. Да. Все, руки, ноги свободны, да? Прыгай, бегай, воды не боишься, хоть на море ныряй. Да? Кайф. Поэтому надо. С нашими камерами так не сделаешь. Не. Одна рука постоянно занята. В карман не положишь. И в воду не засунешь. Да. Локи, да. Локи. Ай, красавцы. Красавцы. О, дядя Шот, UFC, спортсмен. Какие красные ботасы крутые. Кепка. Сочинский южный пацан. И дядя Женя. Северный суровый. Сибирь. Да. Сибирь и юг, ребят. Гля, 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 гля. Ну, прям надо, ему надо. Да. Надо. Уже он даже не моргает. Вот я иду сквозь колесо. Да, смотри, даже... бочком. Луки, новое это, гля. Отец Кетти танцует, а мы ходим боком. Глянь. Бокоход. Да. Краб, краб, краб. Гля, гля, прикольно как. А, ох, оклешни, оклешни. Блин, как бы я так и не подумал бы даже. Да. Что может твоя собака боком ходить. Да.
так. Мы вот так вот. Все по-своему спортсмены. О, какая спина. Слушай, с тебя может самолет взлететь. Вот так, Берточку сниму. Вон там черные паразиты наши прохлаждаются. Денежки прохлаждаются. Еще ветерок вообще классно. Да. Мордася. Бертуся, мордася. Довольная, она плавалась. Вон там в тенечке, вон там потише приземляйся. Не, тут мало тени и собаки, там более спокойнее. Такие опасные, да? А? Опасные, справа, да. Слева, став. Опасный ты чувак, братан. Я окружающий. Для тех, кто не знает породу, им страшно. Ты-то шепнул на ухо. Приданное, говорит, приданное. Или, говорит, приданное не хочу, дай мне просто. Я все отдам, да, говорит, да, ты, да, пусти, да, меня только. Ну, ляхи, видишь, как, ну, играют мышцы. Да. Вот эта мышца прям, ну, прям прорисовывается четко. И хвост, смотри, ровный. Да. Это очень ценно. Это важно, да. Да. И начинается он хорошо. Все, прямо все, как надо, все, не кусок. Давай дома поговорим, чай попьем потом. Вообще, да. Ребят, Степан вышел с Кетти. Айди, бросайте. Да. Да, пускай. А, Китюха, привет. Вот так вот, Степ вышел, сейчас нам демонстрирует свою тренировочку. Очень интересно. Ребят, смотрим вживую. Как это происходит? Кетик, кетик. Нельзя, кетик. Фу. Кетик, так. Кетик. О, привет, привет, привет. Ну что, Кити, погнали. Тихо. Ребят, привет всем зрителям, дядя Жени, дядя Шута. Приветствуем тебя, Степан. О, молодец, Яра. Молодец. Най класс. Возьми, Яра, возьми, возьми, возьми. Ай, возьми. Ты умница. Ай, хорошо. Ай, Киара, молодец. Возьми, 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 Киара, возьми. Возьми, возьми, возьми. Киара как локи, хитрит. Да, срезает углы, короче. Ой, поймала, молодец. Ай, хорошо. Потрепи, Яра, потрепи, потрепи, потрепи. Две пульки. Потрепи, Яра, потрепи. Потрепи, потрепи, потрепи. Питбуль против ставки. Потрепи, потрепи, Яра, потрепи. Очкует. Кетя, ты что, опустила? Ради, молодцы. Как уши подняла, а? Тише, тише, тише. Молодец, хорошо, Яра. Ай, молодчина. Возьми, 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 Яра. Возьми, возьми. Ай, молодец. Ай, чуть-чуть, чуть-чуть не достала. Слушай, она у тебя такая прыгучая. Это она все месяцев чего вытворяет. Смотри, достала. Она вообще молодец. Че, к двум годам будет, слушай, она тебя перепрыгивать будет просто. Да, она вообще в порядке. Потрепи, Яра, потрепи, возьми, возьми. Возьми, Яра, возьми, потрепи. Канат, возьми, Яра. Кетя предлагает. Очкует, ну она очкует. Кетя доиграется с ней. Так, Кетя, отдай, отдай. Кетя, отдай. Отдай. Для сразу чемпионская проходка. Отдай. Кетя, отдай. Молодец. Возьми, Кера, возьми. Еще знаете, давайте что сделаем. Сейчас, подожди. Кетя, извини, прыгай.
Сейчас еще шпульку выпущу. Офигеть. Тихо. Сейчас. Потом я это вырежу. Как она прыгнула? Давай. Оп, хорошо. Возьми. Ну-ка, давай еще раз, сейчас я на приближение сделаю. Давай, прыгай. Ай, хорошо. Возьми. Давай. Ай, молодцы. Давай. Прыгай. Давай. Кера, возьми. Давай. Петя у меня, знаете, как любит прыгать? Вот так. Вот сейчас смотри. Давай, Петя. Давай. Через меня любит. Ай, хорошо. Ай, молодец, Кера. Давай, прыгай. Ай, хорошо. Давай. Давай, Кера. Ну, Кетик на нее чуть рыкнул, она чуть-чуть заднюю дала. Да. Давай. Сейчас расслабится, я думаю. Ну да, чуть-чуть напряжена. Ага, во, хорошо. Главное хвалить хорошо ее. Вперед, хорошо. Хорошо, давай. Давай, прыгай. О, молодец. Не тронул. Не, она просто лапой даже наступила. Блин, Кетя, ну ты зачем? Ой, ты молодец, девочка. Молодец. Отдай. Кетик, все, отдай. Кетик. Отдай. Сразу к папе пошла, сразу к папе. Да. Папе сразу. Папа защита, скажи, Кетик, моя. Давай. Ой, красотка. Такая красивая девочка. Блин, она вообще будет шедевральная просто. Это спортик такая. Да. Такая прыгучая. Я тебе говорю, у нее ляжки будут. Огромные. Если будешь заниматься именно в этом направлении, будет просто бомба. Иди возьми, канат. Иди. Возьми. Она смотри, ноги пошла. Ай, хорошо, давай еще раз. Леха. Сейчас, смотри, Кетик, закрой локти. Угу. Ей хватит. Все, Кетик. Девочка. Да. Может, погладим ее хотя бы? А ты мордашка. Ты мордашка хорошая. Какая она классная, а? Морда, вся в слюнках. Ай! Хорошо. Вот, видишь, белая как? Да. Ну, сейчас слюни. Ага, вот. Вижу. Ушки, а ты красотка. Сложно очень. Очень красиво. Вот. Сейчас Локи с ней пусть подойдет. Вживую посмотрели. Да. Посильнее бы поделиться. Ну, что обижайтесь? Все, на ручках. Да. Ой, детки маленькие. В общем, я днем таскал на руках. Ребята решили чуть поближе к вечеру потаскать. Вот. Сейчас она более раскрепостится. Кера, ну-ка давай. Давай, покажи класс. Вот ты вышел кто. Смотри, как собаки красивые. Ай, молодец. Хорошо. Вот Локи отпускает уже не так, а послушай, как Кетя. Да? Да. Чуть-чуть надо с ним. Так, оставь. Все, Локи, нет. Тебе ты лучше знаешь, да. Я просто погнал, у меня с Керой просто сидеть. Кера, возьми, Кера. Ой, молодец. Возьми. Вот дай, это уже прыгает, да? Умница. Кера, возьми. Ай, молодец. Потреби, Кера. Потом уже чуть бережнее играть, чем Кера. Аккуратнее, так скажем, да? Потреби, Кера. Потреби, вот, допустим, Кера. Если в полном махине начнет трепать и нож, может Кетюшке бошку оторвать. Пока она висит на прошлом. А? Дернуть. Хорошо. Хорошо, Кера. Молодцы. Потреби, Кера. Потреби. Я вижу тебя. Видишь? Комфортно. Хорошо. Потому что он ее не обижает. А Кити, да, обижает. Потреби, Кера. Потреби. Ой, я. Бля, копать.
Хорошо. Оставь, Яра, оставь. Все, давайте пусть побегает. Отдай, Ярка, отдай. Опа. Возьми, 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 возьми. Вот, видишь, ноги тоже срезают. Да. Вот два нашли друг друга. Режущие. Ну-ка, сюда бы он вот, подпрыгнул, вот в мою бы сторону. Ой, умница! Ой, умница! Хорошо! Еще, 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 возьми, возьми! Он не задел ее, только плечом ее просто задел. Возьми, возьми, возьми! Ай, хорошо. Ай, молодец! Извини, Ярко, извини, Локи не смотрит кабачки. Они у меня иногда так, так при... Ой, ой, хорошо! Они, братан, бывают одновременно с леди прыгнут, а друг друга. Так что, такие бывают. Постарайся скромничай. Да. Возьми, возьми, Киара, возьми, иди сюда. Ай, ты молодец. Все, Локи, отдай, 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 отдай. Локи, перед девочкой выкидывается. Все, отдай, Локи, все. На меня бы он полетел бы. Сейчас полетим. Давай. Ай, красава. Прямо на тебя. Вообще четко. Вот давай еще раз попробуем. Давай. Ай, молодец. Ай, хорошо. Папу не сбей. Давай. Давай в меня прям. Во. Опа, хорошо. Целится, целится. Угу. Ай, хорошо. Ай, мало, как он клацает-то, а? Во, отлично. Еще пыль. Ну, я да. Его когда на шампуне на высоте, он прям черный-черный, да? Но если, допустим, что-то рядом, допустим, угу. Он может зеленым отражаться а, да? От травы, когда в лесу. Угу. Особенно на купанный блестит шерсть, он чуть-чуть это, отражает. Бывает коричневым отдает, синевой. Смотря что рядом. Тут видишь, все коричневое рядочек. Угу. Вот и у него чуть-чуть оттеночек. Смотрите, поза. Лягушка, лягушка. Лягушка, вот Беркина на ляхе, поза. На ляхе. Ах ты ляшка какая. Локи, ты прямо как добротный этот. Поросюшка какая-то да, хорошая, да? Претендент. Да, 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 да. Шашлык? Голодные годы, НЗ-шка. Да, 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 да. Не зря ж я его наедал. На этот, на убой кормил. Опа, хорошо. Так, чтобы он бегал по кругу, не бегает сильно. Ну вот смотри, вот, рядом, оп, нацелился. Хорошо, хорошо, молодец. Ребят, Берта вышла на прогулку. Собираемся уже в сторону дома ехать. Сейчас небольшое знакомство с пулькой произведем. Посмотрим на реакцию Берты, как она отреагирует. Берта после купания, шея покрасилась от ошейника красный цвет, но ничего, отойдет со временем. Да, Бертунь, да, да, да. Ой ты, кто там идет? Пулька. Сейчас посмотрим, как Берта будет реагировать. Главное, не слишком близко, чтобы не достала. Через руку вряд ли кусь, да? Я же говорю, щенок. Угу. Ну, будем надеяться, надеяться. Ну, я сомневаюсь, что она через руку мою кусит. Ну, нет, через руку-то нет. Она плюс еще, видишь, побежать-то не побежит. Ты, я думаю, мордаху снимать. Кадр, кадр. А если ее отпустить, она сейчас вообще, даже Берта будет это, она... Вообще... Бояться не будет. Нет. Она любит да? Стаффорда. По бездельникам моим с ума сходит. Ну, ты мордаха какая. Кадр, кадр. А что, снимай вот это, тоже выложи. Шпулеха. Это микро-Стаффорд. Микро-Стаффорд? И Степан, Степан планирует сделать, короче, ушки вот так, чтобы стояли. Подрезать, это как у Берды, чтобы были. Я как у Кети оставлю. У нее шишки, глянь, тоже. Ну, ну да. Чебурашка, глянь на нее. А прикольно. Берточка. Причем у них цвет тигровый такой же. Берди даже он отворачивается. Не, говорит, мне не надо. А она боится.
Кто боится? Берта Пульки боится. Возможно. Возможно, я не серьезно говорю. Гля, как суровая. Конечно, ты чего? А вот такую морду вытянула. Это тебе, не простой Стаффорд. Это Шпулька? Да, в том-то и дело. Она всыплет. Берта говорит, видишь, я, говорит, связываться что-то не желаю, говорит. Да. Да, все? Кадр. Не, слушай, понимает, что щенок. Да. Понимает. У меня леди. Я думаю, что не будет проблем с новым щенком моим. Не. Тем... Первый день отношения выяснят, ну, и все. Разочек по жопке, если что. Ну да, и... да, все. Шпулька. Он гля. Видишь, рвется в бой. А сейчас если отпущу, она в глотку ей все, не спасет. Придется стейк надо брать. Стейк я пробовал, не смог. Не получается. Не влезает просто. Да, и не влезает, и силенок не хватило. Не рожать. Ну да. Там сколько атмосфер? Это зверюга, брат. Да, крокодил отдыхает просто, посмотри. Зубы какие. О, вот это мощь. Да. Они вроде маленькие, но они такие острые. И режущие. Они же как пила. Да? Что, говорит, ну, Берта уже муху нашла. Угу. Бертушка. Берт. Уже не тронется. Не обращай, мои такие же. Раз нюхнули и... И потом все уже неинтересно. Кнопка бегает. Это прикол, ребят, ну что делать? Сейчас сидим, кофе пьем, она тяв, на нее ноль внимания. Взяла, начала грызть. Начала, да. Ну не хотите. Я, говорит, ничем не хуже. Сами теряйте. Да. Там последний взгляд. Я Жене рассказывал, ребят, как она руки мне кусает, ставит морду, не кусает, и типа трепет вот так. Воздух да. Трепет. Я говорю, ты уже кусни давай. Ну, хоть раз, да. Ну, кнопа. Да. Ну, шмелек, я не отпускаю, просто потом не поймать. Ну да. Локушка. Локи, красавчик. Все. Локи, красавчик. Вот, красавчик. Да. Все, стой, смотри. Ребята, что хотел сказать. Спасибо, Женя, за то, что приехал. Очень был рад. Будешь уезжать от меня удачной дороги. Спасибо каналу большое. Развития. Берточке встать на четвереньки. Самыми искренними и добрыми пожеланиями я и мои бездельники, ой, какой ты тяжелый, желаем вам всего в жизни успехов, не только с собакой, с каналом, но и вообще по жизни, с детьми, чтобы было все четко. Огромное тебе спасибо, огромное спасибо. У нас также в гостях Ашот. Ашо, братец, ну, взаимно, девочка у тебя красивая, дай Бог ей хорошо, но нет сомнений, у тебя в хороших руках она пушкой вырастет. Желаю в спорте успехов, в личной жизни. Спасибо, что приезжаешь, скажу так. Не приехал как Женя, но он далеко. Приезжаешь. Поэтому спасибо, жизненных успехов от меня, от бездельников, от моей семьи. Будем всегда рады, Женя, летом. Буду стараться быть здесь. Будешь, ну, я как буду в твоих краях, обязательно заеду. Обязательно заеду. Поэтому вот как-то так мы вот с Кабасиком желаем вам двоим. Огромное спасибо. Спасибо, брат, за гостеприимство. А мы в свою очередь благодарны тебе, Степан, за поддержку, за огромную, за хорошие советы. То, что нас поддерживаешь, советуешь нам, как делать лучше, как видосы прям вот преображать. Это очень незаменимый опыт. Сейчас очень полезный. Сейчас тебе напишут сам свои, пусть преобразит сначала. Потом советы раздать. Да, нет. Все... Не, ребят, я, конечно, не гуру там Ютуба или видеомонтажа, но, по крайней мере, что я знаю, свой опыт. Нет, это огромная, да, это огромная польза, огромные советы и очень хорошие. Вот. Один пузатик и два спортсмена. А какой я тоже пузатик? Хейтеры, вы что-то хотите? Приезжайте. Мы тут, дверь открыта, заходи. Да, шучу, ребят, я и без вас могу хейтеров встретить. А вон тут есть один тут. Да. Придет. А леди еще не. Ну да. А там пушка. Ребят, реально, был очень рад. Реально, очень. Было всем приятно. Огромное спасибо. Провели время чудесно вообще. Прям супер. Да. По жаре помучил жить. Ничего, ничего полезного. За этим приехал. Конечно, да.
Аша, добавь что-нибудь, братас. Брат, спасибо за гостеприимство. Я честно, я когда общаюсь с тобой, мое сердце спокойно. Я тебе честно скажу, я приезжаю по большей части, вот тебе просто посетить. Душевно, душевно. Да. Это то место, куда хочется приезжать, именно просто общаться, проводить время. Так что я благодарен тебе за твое гостеприимство в первую очередь, за то, что ты подсказываешь нам, мне лично, да, как правильно все делать, и я очень искренне тебе признателен. Спасибо. Ты мне сейчас наговорил на клихуху, теперь у меня будет клихуха узбагаинчик. Друзья, подписка на все наши три канала. Канал Питбули, Рокки и Киара, канал Diamond Сочи, канал Амстаф Берта. Амстафы, Diamond Сочи. Diamond Сочи. Амстаф Берта. Друзья, Питбуль, Рокки и Киара. И Киара. Сами свои названия. Стоп. А на эмоциях, друзья, на эмоциях. Я вот впервые с ребятами встретился, вообще безумно рад. Ребят, ссылочки, извини, Жень, перебил. Все ссылки будут в описании. Что у меня, что у Жени, что у Ашота. Все. Так что вы нас не потеряйте, заходите, смотрите. Всех обняли. Всем крепкого здоровья, друзья. Обязательно подписка. Всем добра. Всем пока-пока. Друзья, попрощались с Степой, едем обратно домой. Такие тут дороги, ребят. Ух, просто сейчас минутку на прощание, посмотрим дорожки. Но это вам я скажу, не по средней полосе России кататься, это совсем другая вещь. Маречка уже отдыхает, мама тоже уже, мы все под впечатлениями. Степа принял очень хорошо нас, мы прям рады. Друзья, отдыхайте, говорит, да? Да. Только папе сейчас рулить, наверное, да. Судя по навигатору, мне до часу ночи сегодня ехать. Сейчас время 5:40 вечера. Ну ничего, справимся. Все, ребят. А знаете, какое растение я против зомби получил сейчас? Какое? Картофельная мина. Слышали? Картофельная мина. Вот так вот, ребят. Все, пока-пока. Друзья, все, мы доехали до нашего места дислокации. Приехали, в общем, так скажем, домой от Степана. Вот, приехали. Степан очень уставший. Сейчас пойдем отдыхать, спать. Все в порядке. Весь серпантин прошли на ура. У меня там что с прической, я не знаю. Но как-то так. В общем, все отлично. У Степана хорошо отдохнули. Поснимали. Впрочем, вы сами все видели. Так что... слов нет, одни эмоции и очень, ну, уставшись с дороги. Плюс там Берту сами видели, сколько таскал. В общем, все накопилось и еле-еле язык ворочается. Поэтому, друзья, всех обнял. Всем пока. Всегда ваш Евгений. Я Амстаф Берта. Бертуля сейчас пьет. Самое главное, любить собак. Пока.